впечатление у вас? Прекрасно. Мы просто не первый раз ходим сюда. И на бенефисе были в прошлый раз, 10 лет назад. А чем вам этот спектакль нравится? Чем он вам понравился? Игрой. И смыслом. Спасибо. Очень понравилось, спасибо большое. Артисты играют великолепно, и когда, конечно, вот такой юбилей у артиста, то воспринимается еще более торжественно. И действительно, очень морально мы так получили такое удовольствие, зарядку на всю оставшуюся жизнь. Еще хочется прийти. Спасибо. Мне очень понравилось. Чем вам понравилось? Ну, тем, что поставили Мольер, тем, что поставили неординарно, очень весело, ну, просто замечательно. А неординарность, в чем она выражалась? Ну, в общем, современной медицины, по-моему, очень актуально. И как понравился, очень Бочкарев, просто восторге. Спасибо. А чем вам понравилось? Замечательный рассказ. Ну, всем. Прежде всего, Бочкарев, Василий Ильич. Чем он вам понравился? Классика, хорошая игра. Нам понравилось очень. Классика, вы играли классика. Вот. Отлично. Чем понравилось? Классно, вообще. Отлично. А чем он вас поразил больше всего? Вы, наверное, уже обсуждали друг с другом? Ну, что вас... Легкий, да, юмор, веселый, отдыхающий. Все темы наши обсуждаются, которые вот сейчас. А какие темы именно в этом? Врачи. Болезни, конечно.